Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Вчера на прямом эфире чудесным образом удалось поймать редкого трофея сазана на реке Ахтуба. Это 11-й синий трофей на моем аккаунте, и сазан один из немногих действительно ценных видов рыб, которых удалось поймать с пометкой редкого трофея. Ведь кроме самой рыбы закрыл одно из сложнейших заданий в 7-м этапе карпфишинговой квалификации. Раздача трофейных сазанов сейчас идет полным ходом на популярной осетровой точке, где сейчас параллельно клюет и сом на живца, поэтому его можно встретить и в прилове к сазану. Поэтому будьте осторожны и не используйте слабые снасти для рыбалки на этой точке. Находится она в квадрате Е8 с координатами 157, и ловить сазана в этом месте лучше с клипсой 17-18 метров. Сборку делал на классической волосяной оснастке с монтажом пелица мидии с перцем 24 размера и тонущего бойла крабы мидии Сулайбл 20 размера с дипом мидии. Полный состав прикормки вы можете увидеть на экране или присоединиться на наш сервер в Дискорде по ссылке в описании и узнавать всю информацию быстрее остальных, просто заглядывая в соответствующие разделы. Хочу уточнить, что точка это не для фарма серебра, а именно для ловли трофеев. Но стоимость синего сазана на рыбном рынке и изготовление трофейной доски добавлю в конце этого видео. А вам могу лишь пожелать приятного просмотра вываживания трофея. Ну и конечно, если видео вам понравится, то поддерживайте его лайком и подписывайтесь на мой канал. Насчет комаринки, то дело такое, там самые сложные виды это по факту окунь, лягушка и... Ого, а может и троф? Окунь, лягушка, ясь там самые сложные, а остальное это фигня. Ловится быстро. Да, в теории может быть и трофей, но только в теории. В теории и на тоненького, но вот синяка если подцеплю, то наверное тут такое размотище будет... У меня потому что сейчас новые поводки, новые литкоры стоят, прям все новенькое, идеальненькое, я знал куда иду. Что сазаны дикие слишком. Паша, я вчера видел скрин, кидал, где 31 левел тушанул гигу большую, сейчас посмотрел реки, его уже там нету, его забанили значит. А вот тот тип, у которого 2 гиги поймано через 3 дня, то есть он есть или его тоже убрали? Добро пожаловать в лучшую игру в мире. Тут же вроде бы стерлядь ловили. В последнее время что тут только не ловили. И самов ловили, и осетров ловили, и стерлядь ловили, и усачей ловили. Я не знаю, что тут только не ловили. Тут все походу с Ахтубы ловили. Настолько универсальная точка, которая мне в итоге на золотого карасика дала трофейного наконец-таки осетра с этой точки. Это был вроде как 8-й трофей осетра на Ахтубе. Вроде как. Не, это сазан все-таки, здоровый, кстати. Я думал тоже уже в конце, что это сом, потому что очень как-то странно тянется, не мотал особо. И при этом не хотел подниматься из воды, туда-назад водит. Водит, а толку нету. Блин, нафиг я отпустил. Ой, дурак, сейчас размотает меня метров на 20 и буду заново тянуть. Да. А мог бы уже вытянуть отходом просто. Вот что не сделаешь ради красивого кадра, да? Ну вот куда ты? Вот давай вот так, молодец, обратно. Под красивый ракурс выплывай, что началось-то? Я бы ему мог отходом уже вытянуть давным-давно, просто ПКМ и... Ладно, шучу я, успокойся, падла. Пошутил я, не могу, ты сильнее, ты молодец, ты вообще крутой. Только давай не быкуй, вылазь вот сюда, в эту сторону, куда надо. Усатый синяк на 42 килограмма. Не, так это ж сазан, я уже его поднял, видно было. Это не сом, это сазан. Я же его поднял, но просто отпустил, и он обратно поплыл по своим делам. А мог бы вытянуть уже давно. Но я не хочу спешить, потому что если это действительно будет какой-то хороший вес, либо красивый кадр получится, то можно будет реально на шорт запихать. Сазан рыба прикольная, интересная. Единственное, что синего хотелось бы все-таки.
Я хотел сказать, что я не то чтобы прям верю в то, что это синий. Я могу полагать надежды, потому что новые сборки полностью. У меня полностью новые поводки по 36,2 килограмма и литкоры. А он получается синий 35 килограмм. То есть, грубо говоря, все прям под натяжечку идет. И, грубо говоря, это все может быть в мою пользу, скажем так. Да это все равно не синяк, может, хотя ошибаюсь. Я тоже не знаю, как бы, поэтому я ничего не утверждаю. Могу только предполагать, надеяться и верить. Но то, что он, сука, вот так вот тянется, он меня уже задолбал. Честное слово. Кадр-то хочется красивый, но его я так буду тягать походу до утра. Не люблю я вот так вот вываживать рыбу, но он меня довел. Вообще не идет, прям от слова совсем. Скотина такая. Да ты что, обалдел? Куда ты? Неугомонный какой, а? Я же тебе объяснил, почему так пишу, я не помню. Я такого ника вообще на ютубе не помню. Чё, не клинишь? Так я же на доминаторы ловлю. Это не легаси палки, а доминаторы. Поводками 36,2 килограмма. Кого я тут клинить буду? Ладно. Красивого кадра вообще не будет, походу. Спасибо, Сазан, что ты такой мудак. Спасибо большое, что ты такой узел. Я хотел тебя красиво достать, красиво подснять. Но вылазить он не хочет. А он уплывет, да? Он уплывет. Ну, может быть, будет все-таки красивый кадр. Погоди. Я его стопнул вроде бы. Во, в теории даже что-то с этого может получиться. Он уже подсдался, подсдулся, скотина усатенькая, ну. Не прошло и 1000 лет, как ты сдулся. Такой падла, конечно, я в шоке просто. Чтоб так противно вываживался сазан, прикиньте. Какой-то ты мелкий на вид, если честно. Как будто тут килограмма 32 максимум будет. Чего? Максимум 32, говорю. Сюда просто этого сазанчика, блин, говорю. Мелкий, Давид, мелкий. Ага, мелкий, ёпта. Вот это я понимаю, вот это тема, вот это рыбка. Тупо пришел, короче, за одно утро синяка поймал. Идеально просто. Ну, что могло быть лучше? Что могло быть лучше сегодня? Я не знаю. Вот что он, падла, так тянулся красиво. 10 дней и 10 ночей, ёптить. Вот это зашибись. Обалдеть. И что с ним делать? Отпустить или на доску? Как будто я бы на доску захерачил даже. Я как будто его взял бы на доску в домик куда-нибудь. Такого красавчика забалдел бы, короче. Вообще кайф. Ну все, шорт точно надо делать. А, говорили, блин, мелкий, мелкий, не будет синим, ага. Я думаю, что доску с него можно будет захерачить. Не, ну все, шорт, короче, будет, думаю, надо делать. Тем более, что его все-таки подоснял нормально. Хотя могло бы быть и лучше. Я его хотел с воды прям вытягивать по красоте. Спасибо большое всем за плюсики. Спасибо, ребят. Очень неожиданно, что залетел синяк. Вот честно, я не ожидал такого. Типа вот так вот. Да, все, а нахер мне тут дальше сидеть? Все, я как бы сазана поймал своего. Ну, типа, можно идти по делам дальше куда-то. И зачем тур доигрывать? Вот это пойдет. На доске он красивый, можешь у меня посмотреть. Ну, я думаю, да, что на доску затушу. Типа, тем более, китайцы его все равно за день, за два выловят максимум. Грубо говоря, он тут долго не проплавает.